Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Сочно! И прочно, капитан Очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Морти, а также капитан Очевидность. Привет, братишки! Красавчик. Итак, друзья, сегодня мы, мало того, что познакомимся с новым интерфейсом, ну, об этом, я думаю, много говорить не стоит, все, кто хотел, все уже в курсе, все это видели, могу только сказать, что мне реально нравится. Некоторые высказывают мнение, что данный интерфейс — это что-то такое, знаете ли, неполноценное, а-ля какая-то мобильная игра. Я с этим не согласен по той простой причине, что скорее это интерфейс как раз самых современных игр, самых-самых современных, самых передовых, поэтому лично мне это нравится. Я считаю, что вот такой интерфейс, простой, при этом красочный, с хорошей графикой, тут персонаж прямо крупно показан, детализация, все. Это может привлечь немало игроков. Да, как ни странно, сама менюшка, сам интерфейс — это уже шанс, что игрок здесь останется. Он придет, увидит, скажет: а это уровень. Да. Но самое главное, что мы сегодня будем рассматривать, это, конечно же, новую спецоперацию, одиночную спецоперацию для 1-3 игроков под названием «Пролог». Будущее есть, и оно за нами наблюдает, всматривается в нас, молит о помощи. Ты здесь, потому что можешь помочь. Корпорации стали влиятельнее государств. Все борются за власть, за контроль. Транснациональные гиганты контролируют ресурсы, развращают правовые системы и скрывают правду. Элита нового мира плетет заговоры и рушит судьбы поколений. Их цепные псы эксплуатируют бедных и порабощают слабых. Они называют себя Blackwood. Они должны быть остановлены. Приветствую в рядах Warface. Сильно. О, все-таки тут кого-то с тобой тоже может забросить. Это интересно. Интересно, это можно отключить? Я что-то этого не видел. Ну, давай мы с Гаргулей попробуем вдвоем всех нагнуть. Он у нас играет инженером, что в принципе тоже неплохо. Если у него снаряга ПВЕшная, то есть все для регена, то, я думаю, особых проблем с нагибом у нас не будет. Да. По-моему, у Гаргулей проблемы. И проблема это называется: либо человек вообще не может присоединиться, либо у человека, я извиняюсь, но очень допотопный компьютер. Потому что, чтобы вы знали, скорость загрузки на карту, на уровень, зависит прежде всего от вашего компа, а особенно от жесткого диска. У меня стоит вообще SSD-шник. О. Добро пожаловать в Warface. Я генерал Уортон. Никакая бумага не выдержит правды о войне. Ты должен увидеть, чтобы поверить. Хорошо, я все увижу. Headshot. Headshot, baby, you got owned. С почином, Рачина. Благодарю, Нарина. Так, давай. Давай, мне нравится. Мозголомчик. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Ой, доминатор. Слушай, классная миссия. Уже успех с самого начала. Вообще нормуль. Вообще сочняк идет. Вот. Блин, а почему с самого начала такие миссии не делали? Давай, давай, давай. Ой, как хорошо-то. Главное не сдохнуть сейчас. Это я тоже могу. А, сет-то он регенерирует хреново, да? Ну ладно. Не, вообще я выбрал штурмовика. Че мне сета-то дают? Это че, дядя? Отдыхай. Лезет, блин, вперед батьки в пекло. Вот так.
от сосочки на респу, пацаны. Ха-ха, арамбишечки пошли, давай, вот так. Блин, здорово. Мне всегда не нравилось часто на ПВЕ, что очень много тиммейтов, блин. Фраги все воруют. Хотя, если честно, больше всего я воровал обычно. Ну тут вообще успех, ты смотри. Мы оба, били нас. Лучших стрелков Black ага. Вот в Северной Африке. Да сука, подожди. А чё я не могу выбрать? Я модуль не могу выбрать. Это нагиб. Слушай, модули не работают, нельзя выбрать. Это плохо. Я бы хотел с другим прицелом поиграть, честно говоря, а не с этим. Дабл килл где-то, что, да? Ох, неуспехи какие-то. Все! Домой! Куда их? Так. О! У нас некто Вадим появился. Союзник. Ну давай, ратишка, покажи класс. Ну, вот так, на тебе, сука. Она померла! Да. Блин, такие миссии, я думаю, будут иметь успех. Разработчики, между прочим, очень классно играется. Намного даже комфортнее и приятнее, нежели обычные спецоперации. Фрагов много. Легкость невысокая. Ну, в смысле, сложность, я хотел сказать. Легкость. Это Ракутагин. Так, давай, да сука. Есть мозголом. Есть. Готово, деточка, да? Успех. Разработчики, вот это надо делать, ну серьезно. Серьезно, вот это надо делать. Почему? Вот проблема наших разработчиков. Ребят, почему самые гениальные идеи вы осуществляете позже всего? Это надо было делать несколько лет назад. Было бы вообще супер. О, наконец-то. Да. А, это типа как бы пересказ, да, как история, которая была для новых игроков. Ну, между прочим, классно. Реально классно. Вот человек со сталкера придет, сразу влюбится. Блин, а Чернобыль, кстати, реально классно у них получился. Разработчики, я не знаю, почему вам чернобыльский сеттинг еще бы поразвивать. Он у вас реально топовый. Вот даже тут вообще не прикопаешься. Не знаю, как сделали Blackwood Games, наверное, за всю историю Чернобыль также классно сделали, но только сами GSC. Сталкеры, все. Это прям уровень. Прямо, прям очень круто. Сосать. А чё мне мою снарягу не дают? У меня, между прочим, тоже сигзавр здесь стоял для этой миссии, я поставил. Ну, только золотой. Ха-ха, да. Тут вроде и зомби должны быть, мне рассказывали. Но я сам еще толком не видел, не играл. Мне интересно реально. Блин, ну классная миссия, реально офигенная. Интересно, ее можно будет ветеран перепроходить раз за разом? И требует ли она жетонов? Я что-то не посмотрел. Соса, детка! Вот так, да. Ебукешка, как ребенок радуется. Так и радуюсь, как ребенок. И что, мне нравится. Мне реально нравится, блин. Экшон постоянный, фрагов много. Это то, что я люблю в ПВЕ. Атмосферные локации. Вот это я понимаю, спецоперация. Реально, это лучшая спецоперация, которую я видел. Без шуток. Да, как бы тут пересказ, нет какой-то там глубокой сюжетной линии. Да мне насрать. Мне главное геймплей. И он мне здесь реально нравится лучше, чем на других спецоперациях. Потому что здесь мясо. Я для этого на ПВЕ прихожу. И при этом тут и красоты, тут Чернобыль, блин. Какие-то ключевые моменты в миссиях показывают. Это реально здорово. Мы вот. Дрались с ордами экспериментальных солдат Blackwood на Балканах. Да? Да реально приятно, это классно. Не знаю, мне очень нравится эта миссия. Вот реально нравится. Интересно, она долгая или уже это конец? Хуяси. Масштаб, сука, нагиб пошел. Эх, сосать, сука. Ах, бля, тихо. Не очень удачные пушки вы поставили, разработчики. Ну зачем Марлин? Тут золотой нужен килтек, а не Марлин. Ну хотя бы обычный килтек. Не, ну в принципе, с другой стороны, что на Марлин жаловаться? Тоже пушка классная. Просто если придет новичок, ему явно с Марлина будет сложнее стрелять, нежели с килтека. Марлин все-таки это пушка, которой мало того, что она еще и рандомит все-таки, так еще чтоб хотя бы что-то гарантировать себе нормально, тут надо прямо уметь. У меня проблем с этим нет. А вот у новичка могут быть проблемы. Я бы заменил, честно, я бы заменил Марлин на килтек. Да и килтек он такой, по ощущениям, даже поточнее будет, все-таки это бомба.
Или на Мосберг какой-нибудь там, улучшенной версии. Во! Вот, блин, точно стреляешь, а он все равно чуть-чуть катит. Сосать. Так. А почему у меня 4 палки, сука? Это что, меня на новосиб, что ли, кинуло? Я думаю, что-то какая-то странная хрень с задержкой проходит. На Краснодаре и на Москве у меня такого нету. Понятно, короче, я на новосибе еще играю. Тихо. Давай. Дядя, приземляйся. Я хочу еще миссию, не хочу уходить. Блин, мне нравится, а тут еще будет продолжение. Я надеюсь, это не все. Иначе это коротко. Хотя, блин, 115 фрагов сходу я уже набрал. Давай. Есть еще продолжение. Я думал, оно короткое будет. А, это Канада было? Я до сих пор... Я не знал, что, оказывается, ледокол это Канада. Сочно, красиво, блин, прикольно. Вообще успех. Классно, реально, вот это они придумали, молодцы. Лучшее, что есть, спецук, самые яркие моменты, вот эти, сука, нагибы все. Я надеюсь, только битвы не будет с кораблем. Это такой гемор, честно. Давайте без босса. Он тут... Ой, ёпперас, это сука. Вот это плохая идея, вот это. Вот, сука, вы только что, вот зачем? Надо было просто ботов поставлять, это было бы классно. Не, вот это маленький косячок пошел. Я надеюсь, боссов... Не дай бог вы, сука, еще босса с Марса поставить. Я вас вообще убью, разработчики. Ёпперас, это... Ненавижу вот боссов. Геморрой вечный какой-то. Бегаешь, что-то придумаешь, нафиг оно надо. Надо по-нормальному. Нет, сука, я ухожу. Зря, босса зря поставили, серьезно. Босса не стоило. Новичок придет, новичок, он вообще не поймет, что происходит. Он даже на полу вот этой херии он не заметит, серьезно. Он тут же нагнется, как бы выключит Warface, скажет, я в это играть не буду. Хотя он тут не прав. Или прав наоборот, ну, пусть каждый сам решает. Это не самое сочное, что надо было показать. Вот просто битву надо было показать. А именно битву с боссом, это, ну, такое себе, серьезно. Она нудная просто. Я не помню, где тут находятся эти долбаные, сука. А вон они появились, наконец-то. И надо прийти, надо взять этот гранатомет, надо стрельнуть. Вот всегда у наших разработчиков битва с боссами это такой геморрой а-ля консольные игры, не знаю, середины нулевых там на каком-нибудь там втором PlayStation. Ну серьезно, то есть нудновато. Битва с боссами это то, что Blackwood Games не умеют делать объективно. Не умеют. Надо над этим вам поработать. Да вообще нафиг эти боссы нужны. Сделали бы, как обычные спецухи там, просто какие-нибудь орды выживания. Вот это было бы круто, это намного интереснее. Без всяких боссов. И это мое мнение лично. Может быть, дорогие зрители, вы считаете по-другому. Вот, но я считаю так. Да. Да, хэдшот, я думаю. Согласен. Это будет нагиб. А, все? Ледокол это последний, это получается босс этой миссии пролога. Это был, получается, корабль с ледоколом. Ну, в принципе, ничего. Это пережить можно, тем более сложность тут невысокая. И в целом, я могу сказать следующее. Мне понравилось. Это здорово. А побольше бы вот таких разработчиков, вот... Дорогие зрители, напишите в комментариях, хотите ли вы больше вот таких одиночных миссий, типа спецоперации, на 1-3 игрока. Это было бы здорово, только, ну, уже понятно, там, другой не обрезки сделать, а нормальный сюжет придумать, какие-то переходы, какие-то моменты, что-то. Это те же ПВЕшки, но, кстати, это даже и в некоторых моментах и посочнее ПВЕшки будет. Очень короткая миссия, как там так бац, пролетает быстро. И при этом, должен признаться, мне реально понравилось. Правда понравилось. Это здорово, модно, стильно, молодежно, офигенно. Честно скажу, особо придраться не к чему. Я думал, что будет скучнее, будет неинтереснее, либо будет затянуто, либо будет слишком много сюжета, который обычно традиционно у Blackwood Games не особо получается, сюжет и вот это повествование. Но получилось неплохо, получилось сочно. Пересказ краткий всех спецопераций, каких-то миссий Warface, и в целом я доволен. Но я надеюсь, что это не будет просто вот такая одна маленькая
спецоперация одиночная. Я надеюсь, что вообще вот эту тему коротких спецопераций, каких-то таких миссий красочных для одного, в том числе игрока, это будет продолжено. Что количество таких миссий не ограничится одной. Ну а вы, друзья, можете высказать свое мнение в комментариях. Согласны вы со мной или нет? Так или иначе, мне понравилось, особых претензий по миссии не имею, приятная, классная, и я надеюсь, что ее можно будет перепроходить раз за разом. И, кстати, да, это можно сделать, и тут нету никакой стоимости входа. Поэтому зайти раз в день, или даже два раза, так сказать, для удовольствия, пострелять ботов, размяться, да почему бы и нет. Очень и очень неплохой вариант. Если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, ну вдруг, мало ли. Да говно, как всегда. Кэп, это не тебе решать. Вот ты смотрел, исследовал, тебе все понравилось. Ну сойдет. Ну и все, что тебе не нравится, как мы просто миссию прошли. Все нормально, все законно. И если данное видео вам понравилось, мы говорили уже, да, по каким-то причинам, то ставьте лайки. По желанию, как хотите. Можете не ставить, в принципе, это пожелание. Яйки чешите, вот это обязательно. Яйцо почесал, и одиночных миссий будет много. Каждую обнову, каждую ПТС будет одиночная миссия, и она будет сочная, она будет сладкая, просто идеальная. И Warface будет грит агент. Да. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.